Всем привет, друзья! YouTube сегодня не прислал мне никакой кнопки, хотя у меня 20 тысяч подписчиков. Но я не отчаиваюсь, я очень рад. Большое спасибо всем, кто подписался на мой канал. Также я хочу выразить благодарность тем, кто когда-то продвигал мои видео в сети YouTube. Это Айнур Курманов, Оскар Шайгумаров, Мухтар Аблязов. Вам большое спасибо за то, что сейчас у меня 20 тысяч подписчиков. Итак, сегодняшнее видео я посвящу молодежи. Смотрите, у нас очень мало людей, которые интересуются политикой. Почему, да? Элементарно, я посмотрел статистику своего канала. Большинство людей, которые на меня подписаны, это люди от 40 до 60 лет. Это как бы печальная статистика, потому что она говорит о том, что молодежь не интересуется политикой. Теперь нужно решить проблему, как привлечь молодежь в политику, да? Знаете, я смотрел недавно профиль покойного Рахата Алиева, и там наткнулся на один его пост, где он говорил, что Назарбаев боится как огня молодежи. И я с ним абсолютно согласен в этом плане, потому что я считаю, что ключом к переменам как раз таки является молодежь. И нам необходимо завлечь ее в политику, да? Как это сделать? Очень просто. Сейчас я обращаюсь к тем, кто находится в возрасте до 30 лет. У вас нету своего канала в сети YouTube, но вы способны. У вас есть какие-то ораторские способности, либо у вас есть собственное мнение в сторону этой власти, да? У вас есть претензии к действующему режиму, вы хотите перемен, вы хотите демократии, вам не нравится то, что происходит в стране, тогда открывайте собственный канал и скидывайте ссылку на мой телеграм. Записывайте видео 2 раза в неделю, не реже, чем 2 раза в неделю, чисто на политические темы. И я вам обещаю, что буду продвигать ваш канал в сети YouTube. Кроме этого, я призываю всех блогеров, всех каналы, которые занимаются освещением политической жизни Казахстана, да, я призываю всех вас также присоединиться к этому, к созданию политических молодежных каналов. Нам это необходимо. Мы должны как бы вовлечь молодежь в эту среду. Поэтому, друзья, молодые люди, у вас сейчас есть шанс для того, чтобы как бы раскрутиться, да, в сети YouTube, именно в политической сфере. То есть я вот в рамках своего канала буду вас продвигать. И также хотел бы, чтобы другие, так скажем, оппозиционные каналы также присоединились к этой акции. Поэтому давайте запустим этот марафон по созданию молодежных политических каналов. Я думаю, он привлечет внимание других, тех, кто просто сейчас находится в спячке, так скажем. Поехали!